Сейчас о тех, кто сделал своей профессией поддержку других, самых слабых и уязвимых людей. Социальные работники. Часто именно они единственные помощники для одиноких пожилых. Сходить в магазин, аптеку, навести порядок в доме. Впрочем, формальным списком обязанностей их труд, конечно же, не ограничивается. Кроме помощи по хозяйству, подопечным порой просто нужно человеческое общение и внимание. Любовь Филиппова пообщалась с теми, для кого забота о стариках стала призванием. Молочка принесешь завтра. Молочка принесу и хлеб. Больше ничего. Хлеб. Сегодня хлеб. Все принесу. И... Для Александры Петровны Анатолий незаменимый человек. Она ласково называет его «Счастье», «Картинка моя». И встречает скорее как сына, чем как простого социального работника. Он приносит продукты, копает огород, убирается в доме. И так уже целых 15 лет. Я без него уж не могу. Приходит утром или днем, звонит каждый вечер и всегда знает, чем порадовать бабушку. Она любит варенье. Грушевое, яблочное. Таких подопечных у Анатолия Савлова 16. Говорит, бывает непросто, но за все время ни разу не пожалела о выбранной профессии. У меня бабушки все называют сыночком. Ну, они для меня уже, я к ним очень привык. Говорю, подольше живите, бабули. Вот, тоже за них волнуюсь, переживаю. По удивительному совпадению, в Липках чисто мужской коллектив соцработников. Наколоть дрова, принести воды. С сельской работой справляются отлично. Еще и поговорить со стариками по душам успевают. Ты будешь кофе пить? Да давай попьем. Стою где-то в 7 утра, пока умоюсь, позавтракаю и начинаю по бабушкам ходить. Кому что надо. Кто звонит, сам уже. Гаджи самый молодой, в соцобслуживании 3-й год. Когда встал вопрос об открытии еще одного участка, и вот с главой администрации мы спрашивали, кого. Говорю, вот есть кандидатура, Гаджи Мурат Рамазанович, вот, как вы к нему относитесь? И вот она ответила вот такие слова, которые я запомнила. К нему пойдут люди. Почтовое отделение, единственный продуктовый магазин. Бывает, вот здесь социальным работникам приходится несколько раз в день. При этом расстояние в селе немаленькие. Посмотрите, где находятся ближайшие отсюда жилые дома. Для пожилого человека даже просто поход за хлебом – задача не из простых. Кому-то нужна помощь с оплатой счетов, кто-то, как семья Храмовых, ждет доставки лекарств из города. Впрочем, и это далеко не полный список работы. От спиливания ветких деревьев, вот это в прошлом году как раз помогало убирать гаджи, до занятий еще более нетипичных. Например, сборки инвентаря для спортивных игр. Я так понимаю, в Липках совсем скоро можно ждать первый турнир по дартсу, да? Да. Наверное. Всем порядком будем играть. Все соседи. Это один из проектов Центра соцобслуживания. Помог президентский грант. Наборы своим подопечным мужчины разносят бесплатно. Нет-нет, да и сами в игру втягиваются. Уж я как четко. А Александр Курылев тянулся в сбор урожая. Сад Марии Федотовны усыпан яблоками. Пирожки больно вкусные получаются, нет. Правда, на них еще уговорить нужно. Зачем он нарвал? Он хитрый. Вот, он знает, что пироги прибудут на стол у него. Конечно. Они давно дружат, и пожилая пара не перестает хвалить своего помощника. Историй много. У тебя, удивительно, осы залетели, не могут выйти. Звонь, помоги, спаси. Пришел, гнездо разорил, через 20 минут улетели, и все. Он помогает старикам справляться с бытовыми проблемами, а взамен получает благодарность и любовь. От Виктора Ивановича еще и практические советы. До пенсии он работал плотником. Рамы делают балконные. Все заказывали. Вот эту дверь, например, сами сделали? Это же своими руками все. Все. Весь дом своими руками сделанный. Александр собирает траву для кур, хотя и у самого дома целое хозяйство. Коровы, телята, козы. На все приходится находить время. Главное, говорит, это общение со стариками. Мария Федоровна, поговоришь час, и совсем с другим настроением идешь. Она такой человек, она и стихи пишет. А мужчины из соседних деревень теперь пишут резюме. Опыт липских помощников вдохновил. В двух других населенных пунктах уже появились новые соцработники. Любовь Филиппова, Роман Серебренников, Первый канал, Мордовия.